Свердловская область, пригород Екатеринбурга, поселок Снегири. С утра был отрезан несколько поселков. Че, парни, задумались? Вроде не глубоко. Через эту трубу пытаются спустить лишнюю воду вот отсюда. Но явно диаметра трубы не хватает. Мы находимся на верхнем Бобровском гидротехническом сооружении, которое располагается в поселке Растущий. Уровень на гидротехническом сооружении увеличивается. Предпринимаются меры для ликвидации последствий перелива через дамбу. Сейчас там будут мешки устанавливаться с песком. Будут устраняться. Тут вот участки размывает строительные материалы. Это первый раз за всю жизнь или нет? Я здесь живу 4-й год. Ага. А народ говорит, первый раз лет за 20. Вода прибыла, в скважину все равно вода попала не очень качественно. То есть надо пересидеть где-то, пока вода не станет питьевой. Бабушки, дедушки, родители.